Кто-то по старинке сдает молоко сборщикам, а чьи-то литры могут попасть в торговые сети. Гарантию на 100% качество даст федеральная система «Меркурий». Одними из первых ее внедряют на ферме Райнура Ахматова. Пока сложно. Надо же что-то сейчас кого-то подобрать, обучать. Тем более в сельском месте мало кого еще более толкового найти. Но так должно быть не везде, о чем говорит и концепция развития «Меркурия». По ней фермеру пользоваться системой должно быть максимально просто, не через громоздкие компьютеры, а просто через смартфон. Фермерские хозяйства и огромный аппаратный комплекс «Меркурия» будут связаны онлайн, фиксируется каждый литр и каждый килограмм. Так Россельхознадзор намерен бороться с фальсификатом. По прогнозам системы, через полгода он исчезнет с прилавков. Первый эффект я ожидаю, если будет переход 1 июля, где-то к Новому году. Вот так, ноябрь примерно, уже начнут выстраиваться цепочки, особенно по молочке, там все быстро происходит. Частично в Татарстане уже перешли на «Меркурий». Ведомство выдало более 11 миллионов сертификатов. С июля они станут обязательными. Без регистрации в «Меркурии» фермеров и крупные предприятия сначала предупредят, а потом оштрафуют. Максимальное наказание – 500 000 рублей. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.